Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня делюсь необычным рецептом пирога, который похож на торт. Нежный, буквально тающий во рту бисквит с простым кремом в виде пудинга с добавлением лимона и мяты. И все это великолепие дополняет сочный персик. Этот легкий и ароматный десерт можно делать с любыми фруктами или ягодами. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. К яйцам комнатной температуры добавляю сахар, соль и ванильный сахар. Взбиваю миксером до получения светлой пышной массы, как на бисквит. Наливаю растительное масло, которое можно заменить растопленным сливочным. Далее в несколько этапов подсыпаю муку с разрыхлителем. Продолжаю размешивать миксером на малых или средних оборотах. Тесто готово. Оно не должно получиться слишком густым. Перекладываю тесто в форму, смазанную маслом, размеры формы 20 на 20 сантиметров, и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю на готовность деревянной палочкой. Дам пирогу немного остыть, затем сделаю проколы. И равномерно заливаю теплым молоком. Предварительно я его подогрела в микроволновке. И пока оставлю, пусть пропитывается. Тем временем в небольшую кастрюльку высыпаю сахар, кукурузный крахмал и ванильный сахар. Выливаю немного молока и хорошенько размешиваю, чтобы не было комочков. Выливаю оставшуюся часть молока, размешиваю и отправляю на умеренный огонь. Варю крем до загустения, непрерывно помешивая. Добавляю небольшой кусочек сливочного масла. На мелкой терке снимаю цедру одного небольшого лимона. Затем выжимаю из него сок. И процеживаю его через сито. С хорошо промытых и обсушенных веточек мяты снимаю листики. Кстати, сюда же можно добавить и мелиссу. Отправляю мяту в стакан для блендера, добавляю цедру и половину порции сока лимона. Добавляю несколько столовых ложек крема и прорабатываю блендером до однородности. Вливаю мятную массу в крем и хорошенько размешиваю. Выливаю крем на бисквит и равномерно распределяю. При этом и бисквит, и крем могут оставаться еще теплыми. Отправляю торт ненадолго в холодильник. Персики освобождаю от косточек, кожицу я не убираю. А вы решайте сами, если хотите, можете очистить. И режу небольшими кубиками. Перекладываю персики в кастрюлю, добавляю сахар, оставшийся сок лимона и кукурузный крахмал. Не лишним будет добавить сюда ванильный сахар и пару ложек коньяка или какого-нибудь ликера. Отправляю на умеренный огонь и, помешивая, жду, когда крахмал начнет густеть и обволакивать кусочки. Долго варить ничего не нужно. Посмотрите, пока я подготавливала персики, крем уже застыл. Прошло минут 15. И теперь выкладываю фрукты на поверхность крема в один слой. И снова ненадолго убираю тортик в холодильник. Около часа обычно бывает достаточно. Вы только посмотрите, насколько мягкий и нежный бисквит. При этом он влажный, хорошо пропитанный. Отлично сочетается с необычным мятно-лимонным кремом и персиками. Вообще тортик сам по себе великолепен. Ароматный, освежающий и сочный. Особенно мне нравится этот торт в холодном виде, прямо из холодильника. Сюда отлично подойдут и консервированные персики, и любые другие ягоды и фрукты в свежем или замороженном виде. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, смотрите другие рецепты, летние выпечки и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.